Такого в Красной Поляне не было еще никогда. Откровенный наряд вполне оправдан. Температура воздуха почти плюс 20, при этом на трассе еще лежит снег. И многие, пока спускались, не замерзли, а наоборот обгорели. Очень жарко, очень жарко. Отлично, хорошая погода, хорошие люди, хороший праздник, класс. Почему решили вообще вот в таком виде покататься? Как такая идея пришла? Пора загорать уже, слишком белый я. А классно, сезон заканчивается же, надо позагорать, покататься, на других посмотреть, себя показать. Я стою первый раз на доске, я упала раз 25, наверное, это очень круто, у меня все болит, а эмоции зашкаливают. Мы просто нереально счастливы от того, что мы поучаствовали в таком самом массовом заезде в купальниках. У нас просто одни эмоции, нет слов, 3-4. Ура! Книги рекордов Гиннесса. Самый массовый спуск на лыжах в купальниках был зафиксирован в 2013 году в Кемеровской области. Тогда в нем приняли участие 500 человек, но в Сочи нашлось гораздо больше смельчаков. На трассе одновременно находились больше 1000 правильно раздетых лыжников и сноубордистов. Все должны быть одеты в купальные принадлежности. То есть не обязательно плавки, допускаются, в принципе, и купальные шорты. Это тоже не проблема. Далее должно быть только необходимое оборудование. Это должен быть шлем, возможно, шлем, перчатки, собственно, борт или лыжи, ботинки.